Может, уже спрашивали, как вы относитесь к теологии освобождения? Что именно имеется в виду? У нас просто под названием «Идеология освобождения» есть куча Теология. самых... А? Теология. А, теология освобождения, теология. Да. Понял. Мне кажется, что в этом есть нечто наивное. Да? У нас в тех странах, где очень сильно религиозное сознание, особенно в Латинской Америке, оно там действительно очень сильно. Вот. Идея воспринимать Иисуса Христа как первого революционера, того же самого Че, как святого, да, она отдает некой такой, ну, наивностью, что ли. Но с другой стороны, я прекрасно понимаю, что вот религиозное сознание преодолевается только высоким уровнем образования. А он до сих пор в Латинской Америке, ну, как бы не запределен. Вот. Поэтому неудивительно, что такой феномен есть. А отношусь я к нему сугубо положительно. Почему? Потому что понятно, что любые идеи, которые направлены на улучшение жизни людей, это правильные идеи. В конце концов, нам ведь социализм нужен не для того, чтобы просто мы сказали, у нас социализм или у нас коммунизм, а для того, чтобы большинству людей жить становилось лучше, чтобы человечество могло себя реализовать по максимуму и жить в счастье. Вот именно для этого это нужно. Я так понимаю. И в этом смысле любое лыко в строку. И если находятся люди, которые могут соединить религиозное сознание, религиозные идеи с революционной практикой, причем социалистической революционной практикой, с идеями равенства, с идеями справедливости. А Христос, кстати, именно про это и говорил. Почитайте Нагорную проповедь. Да? Вот в этом нет ничего плохого. Да, потом это уйдет, потому что люди при социализме получат нормальное образование, и в этом нормальном образовании, как бы вот, как говорится, для моей картины мира Бог является излишней фигурой. Но это произойдет позже. А пока что, если это работает на наше дело, пускай это будет. Daily routine, but y'all knew that. Step up in the building asking who that. I'm doing new stats, I mean that new rap. It don't matter what you're doing, cause we do laps. That's new facts, okay, calm down if you're scared. You ain't calm, I don't care. You can run around, get your gunner down. We blow it up in that air. Bomb bombs right there. I'm top of all of these stairs. Y'all down below, y'all standing low. Keep looking up and just stand. This ain't no hide and seek. Find your seat. See, we came to take names. Y'all reminded me. Y'all can't lie to me. Too much pride to be. Just unleash another beast. It's just the side of me. Keep minding me. Like look now. That left bitch get hooked now. My book's down. You shook now. Got more heat. Get cooked now. Like oh man, I know them. Front stage, I show them. Just another animal that's stepping out. Like oh, I'm a beast. Where you at? Teeth. Y'all can't fathom, I'm a beast. Oh my god, I'm a beast.
where you at? I've been unleashed, what you want? Take my seat, y'all can't fathom I'm a beast. Oh my God, I'm a beast. There we go, that's a beast. Not for real, that's a beast. Y'all just know that that's a beast. Been unleashed cause I'm a beast. I'm a beast. When I step up on the scene, that's a beast. If you scared, you ain't calm, I don't care. You can run around, get your gunner down, we blow it up in the air. Bomb bombs right there, on top of all of these stairs. Y'all down below, y'all sounding low, keep looking up and just stare this. I'm a beast, where you at? I've been unleashed. What you doing? Take my teeth, y'all can't fathom I'm a beast. Oh my God, I'm a beast. Where you at? I've been unleashed. What you doing? Take my teeth, y'all can't fathom I'm a beast. Oh my God. Take my time.